смотрите сегодня вестники Северодвинска. Взрыв на газопроводе. ЧП произошло утром между ТЭЦ-2 и агрокомбинатом. Есть пострадавшие. Техника выгорела полностью. Подробности в начале выпуска. Пенсионеров ждет прибавка. С 1 февраля выплаты проиндексируют. В Центральной библиотеке имени Гоголя максимальное обновление. Газеты на стенах, книги на стремянке. Увидимся на канале «Свой регион» сегодня в 19:00.